В связи с сложившейся ситуацией мы сидим дома, значит, тренируемся тоже дома. Что нам нужно будет? Две тряпочки, ну, либо туалетные бумажки, кусочки, либо салфеточка, кастрюлька и возвышенность. Берем кастрюльку, наполняем ее по мере своей подготовленности. Лучше побольше, под крышечку. Держим. Ножки расставляем широко и приседаем плие. Вдох вниз, выдох наверх. 15 раз. Сверху мы сжимаем ягодицы. Спинка прямая. Коленочки в стороны, животик подтянут. Вдох, выдох. 15 раз. Далее мы садимся на возвышенность. Ставим ручки прямо практически под попу. Вытягиваем ножки. И отжимаемся. Локти четко назад. Вдох, выдох. Чем ближе к себе ноги, тем легче. Чем дальше, тем тяжелее. Спинка ездит ровно вверх-вниз, не вперед-назад. 15-20 раз. Сделали. Теперь берем наши две тряпочки. Встаем в высокую планку. А носочки ставим на тряпочку. И побежали. 50 раз. Спинка прямая. Дышим. Так делаем 50 раз. Запомнили? Сидите дома и тренируйтесь правильно.